Гога и Магога – это реально существующие народы. Людей всегда интересовал вопрос, являются ли упомянутые в Торе, Библии и Коране Гога и Магога действительно человеческими племенами, или же это некий собирательный образ. Богословы и историки выдвигали всевозможные предположения. Однако из аятов Корана и хадисов пророка Мухаммада ясно видно, что Гога и Магога являются вполне реальным народом. Как сообщают хадисы, эти племена происходят из рода пророка Адама, мир ему. Все особенности, которые сообщались о линии ислама, также указывают на человеческую суть этих племен. В хадисах упоминается, что народы Гога и Магога, известные как грабители и беспощадные агрессоры, состоят из 22 племен. Пророк Мухаммад особо упоминал о физических особенностях людей этих племен. Народы Гога и Магога маленького роста, с широкими лицами и маленькими глазами, волосы их темно-каштанового цвета. Вы будете постоянно сражаться с врагами. Вы будете воевать даже с народами Гога и Магога, которые с маленькими глазками, широколицы и темноволосы.